В монашестве хорошо то, что здесь есть возможность полностью отдаться своей идее, своему смыслу жизни. То есть тот, кто приходит в монашество, он приходит с одной целью, с целью научиться богообщению, с целью изучить свою душу, с целью спастись и войти в Царство Небесное. Монашество полностью дает такую возможность для спасения своей души в этом мире, и это основное. И то, что я этим занимаюсь, это мой выбор, конечно же, это единственное мое, так сказать, делание в этом мире, которое приносит мне счастье. Сегодня жизнь монашествующих братьев, она зависит, конечно же, в основном от того, где монашествует человек. В монастыре городском монах начинает там с богослужения и, в общем, и заканчивает весь день богослужением, и вечерними молитвами, и полуношницей. А в сельском монастыре там уже больше различий, там кто-то, может быть, на коровнике начинает свое начало дня, кто-то на грядках, кто-то в поле, на тракторе. То есть это уже зависит от конкретного монастыря, конкретного послушания данного тому или иному монаху. Но в основном, конечно же, каждый монах обязан начинать день молитвы и заканчивать день молитвы. То есть первая мысль должна быть о Боге, и последняя мысль при, так сказать, отходу ко сну уже тоже должна быть о Господе, о Боге и о покаянии в своих каких-то вольных и невольных согрешениях. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и о Господу помолимся. Сегодня подъем в 5 утра, в 5:30 начало утреннего правила, полуношница, утреннее, значит, богослужение, потом переходящее в литургию. Верую живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословите Господа, сие ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышите глаз словес Его. Благословите Господа, вся силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа, вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя, Господа. Богослужение для каждого человека очень важное, необходимое для жизни такое действие, таинство. А для меня оно важно еще и тем, что я, кроме того, что я монах, я еще и священник, и богослужение – это то, в чем выражается, так сказать, моя душа, как бы вот такой творческой молитвенной деятельности. Богослужение, оно, это же еще и причастие, это еще и исповедь, это и, конечно же, общение с людьми, молитвенное общение с людьми. Проблемы, они, как правило, стандартные. Это семья, это дети, это здоровье, это работа, это какие-то сложности, трудности в житейском плане. Иногда, не так часто, но приходят люди, которые задают духовные вопросы. Часто приходят люди, с которыми в общении ты видишь, что помочь ты им вот человеческими силами невозможно. Бывают люди, которым просто расскажешь, вот надо причесть то, и сделать это, причаститься, там, повенчаться, покреститься. Казалось бы, это более простое. А бывает момент, когда люди приходят с такой болью, с такими проблемами, которые не решаются человеческими силами. И тут остается в душе вот такая действительно боль и какое-то такое щемящее чувство, что вот что же делать, как же вот этому человеку помочь. И здесь остается только молиться за него. Господь по молитвам каждого из нас может помочь другому человеку, за которого молится тот или иной человек. Это, конечно же, не за один день и не за один год это все выбирается, и человек к этому приходит постепенно, осознавая, так сказать, что же это за мир, в котором он находится, осознавая, что же это за жизнь, в которой он живет, и вообще осмысливая, для чего все это происходит. Так и у меня происходило это плавно, так сказать, то одна какая-то встреча с людьми, то другие какие-то ситуации житейские. Они давали мне пищу для размышлений, читал и книги, читал литературу различную. Общался, конечно же, и с верующими, потому что у меня бабушки, царство им небесное, верующие были, родители, мамы верующие. Конечно же, посещал какие-то и храмы, и монастыри посещал, но в качестве, так сказать, больше туриста. Это мне просто приносило, ну, такой интерес, больше культурный, такой архитектурный интерес, нежели духовный, потому что я еще не знал, как этим пользоваться. Это все равно, что младенцу дать какой-нибудь микроскоп, он не сможет им правильно пользоваться. Так и здесь. Если человек не знает, что такое духовная жизнь, не знает, для чего она нужна, как это, этим пользоваться, то, конечно же, он наверняка и ничего не поймет. Отец был слесарем на фабрике имени Свердлова, на Свердловке. Налаживал станки, ткацкие, предельные станки. Мама работала там же. Предельщицей была всю свою жизнь. В общем, ну, мама была верующая, отец неверующий был, так сказать, но всегда пытался что-то такое вот найти. Он тоже читал литературу, интересовался, но так к вере и не пришел, хотя был крещеный. Он очень был любопытный по своему развитию, что ли, вот спрашивал всегда. Даже вот едет с папой на велосипеде и все время спрашивал: пап, за кем бежит собачка? Вот за кем бежит собачка? Она просто бежит. Почему ветер дует? От того, что деревья шатаются. Ну, папа объяснял, бывало, мне придет рассказывать. Мне, конечно, смешно. И, ну, как ребенок развивается, по-своему думает. Он, когда подрос, в школу пошел, он ни с кем не в конфликтах был, ни с кем там не выяснял какие-то отношения. У нас вот рядом стадион. Обычно дети все гуляют на стадионе, он развивался на велосипеде и так играл. Но не так вот, как остальные дети, совсем по-другому. Он больше любил природу. Я думаю, ничем я особо не отличался. Тем только, что, ну, может быть, не курил, не пил, потому что мне это как-то было неинтересно. Любил читать, любил наблюдать за природой. С друзьями ездили на лыжах, катались там на санках, купались летом на прудах, которые также на Свердловке были. Вот, ездил, и вот под стены этого монастыря на велосипедах купались здесь, в реке Воре. Еще тогда у меня возникал вопрос, что же он такой разрушенный, как-то что-то никто за него не берется. Это мне лет 10 или 12 было, с отцом мы сюда еще приезжали. Почему никто его не восстанавливает, не ремонтирует? Колокольня была тогда, и этот храм, в котором мы сейчас находимся, такой же был разрушенный, обшарпанный. Сейчас мы его с Божьей помощью уже восстановили. После окончания 8 класса поступил в техникум Калининградский. Сейчас он город Королев. Механический тогда техникум назывался. Сейчас он ракетного машиностроения. Закончил его по специальности радиотехник по системам управления летательными аппаратами. Закончил с отличием и поступил, с одним экзаменом поступил в Бауманский. Там отучился буквально несколько месяцев, и меня забрали в армию, потому что был год, когда со всех институтов забирали в армию, о чем я совершенно не жалею. Первые полгода в Минске учебки. Меня по специальности радиотехника направили в учебку. Я там изучал систему наведения артиллерийского огня. И по этой же специальности меня потом отправили через всю страну на самолете под Хабаровск. Там еще 1,5 года разведчасти и разведчиком и прослужил. Начал я задаваться вопросом, с какой целью я живу. Еще, наверное, уже, так сказать, до армии чуть-чуть эти вопросы стали у меня в голове всплывать. Но более конкретно я к этому подошел после армии, когда вернулся, стал читать литературу, различную литературу читал, которая мне попадалась под руки, потому что у меня не было, так сказать, никакой цензуры. Читал и какие-то восточные трактаты, и какие-то философские моменты. То есть все, что вот удавалось достать, я и читал. И единственный критерий, по которому я оценивал, хорошая эта литература или плохая, это если я находил в ней ошибку, человеческую ошибку. То есть вот Я слежу за рассуждением автора, читаю, вот вижу, что здесь он что-то неправильно говорит. Я эту книжку сразу откладывал дальше, не читал, потому что если эта книга написана человеком, а ошибка говорит ярко о том, что это написано книга человеком, то такую же книгу и я, собственно, мог бы написать. Зачем мне тогда ее читать? Таким образом, я дошел до Евангелия, и при чтении его подходил к нему точно так же в поисках ошибок каких-то. И до сих пор, вот я уже 16 лет священник, кроме того еще периода воцерковления и хождения в храм как православного христианина, прихожанина, я и до сих пор так ошибок никаких и не нашел. Это были годы нашего становления в православии. И поскольку я родом из Вологодской области и достаточно хорошо знал свой областной город Вологду, предложил отцу Евмению совершить паломническую поездку, нашу первую в жизни, и в моей, и в его, в Вологду, в Спасо-Прилуцкий монастырь. Ехали совершенно авантюрно, без всяких звонков, вот просто по рассказам моих друзей о том, что там возрождается монастырь, что там появился игумен, что там есть некое братья. Вот, и нагрянули туда просто, вот, так сказать, нежданно-негаданно. Нас очень хорошо приняли, поселили прямо в стенах возрождающегося монастыря. И мы там с ним прожили примерно 10 дней. Вот, это были, конечно, абсолютно незабываемые дни. Это было для меня и для него первое проживание в монастыре, которое закончилось очень благодатно. Под конец нашего проживания туда приехал патриарх Алексей II. Это было его первое посещение этого монастыря. Вот, и мы тогда вот удостоились такой литургии, когда служил патриарх в этом же монастыре. И, может быть, даже во время этой литургии или последующих была первая исповедь у меня и у него. Причастие, во всяком случае, точно было у меня и у него именно там. Вот. И была тогда еще очень благодатная встреча. На тот момент в этом монастыре подвязался старец, отец Гурий. Вот. И нам повезло, мы с ним провели достаточно много духовных бесед. Думаю, что он тоже оказал какое-то воздействие на становление тогда Жени, будущего отца Евмения. Ну, на меня точно. Приехав оттуда, я сразу же задался вопросом, куда дальше-то идти. Дальше меня бабушка отправила как раз в Мытищи к отцу Александру, который потом меня и постриг еще и в монахи, и который стал моим духовником и вот, собственно, привел меня к духовному осмыслению моей жизни и отвечал на все мои вопросы, которые я ему задавал. Меня рукоположили священником, и где-то через, наверное, год уже пришел отец Евмений, стал тоже духовно кормляться у сейчас владык митрополита Александр, раньше он был игумен Александр, настоятель вот Владимирской церкви. Сначала он был сторожем у нас в храме, и игумен ему благословил быть ответственным за порядок в храме. Но тут он был, конечно, строг с теми, кто там выпивал и дебоширил, разные случаи бывали. Но в дальнейшем игумен стал ему давать уже более такие серьезные послушания. Он стал участвовать в строительстве, помогать отцу Владиславу. И очень важно, конечно, когда человек приходит в церковь и находит себе руководителя, который его на этих первых порах воспитывает. И очень важно слово послушание в церкви. В любом деле, конечно, нужно слушаться, учиться, но в деле спасения своей души, конечно, очень важно иметь наставника. Вот у нас был такой наставник. Это было удивительное время на разных житейских интересах, на походах за грибами, на рыбалку, паломнических поездках. Мы действительно нашли в друг друге то, что сразу и не было заметно. Владыка говорил, что мы самые счастливые люди, это действительно значимый момент в нашей жизни, пока мы вместе. Вот. А нам казалось, что это всегда будет так продолжаться. Много было разговоров на всякие интересующие нас темы, потому что мы одного почти года, и одни и те же были интересы. В этих разговорах проводили вечера, иногда хорошенько спорили, но в этих спорах ну, как-то не было никакой озлобленности, было очень интересно. Вот, уясняли для себя какие-то вопросы. Очень, ну, так, очень плодотворное такое было время. Через некоторое время что очень интересно. Ну, так пришлось осознать, что, видимо, святитель Николай наш общий покровитель, потому что вот сколько нас было, там, ну, таких четверо близких друзей, все оказались под покровом святителя Николая. Отец Евмений с отцом Нифонтом в Никольском монастыре Берлюковском, я в Никольском соборе, здесь Можайский, и еще один священник на приходе, тоже во имя святителя Николая церковь. Одним из начальных моих послушаний было быть в качестве сторожа, потому что я был тогда еще студентом Бауманского института, и сюда приезжал на сутки, на двое, это же как там по графику у нас распределялось, и ночевал вот буквально за свечным ящиком, в храме ночевал прям, и ходил по территории, охранял, потому что не было забора, не было там даже в некоторых помещениях дверей не было, а здесь кормили по 200 человек бездомных каждый день, соответственно, ну, представляете, какой контингент. То есть и часто воровство было, и попросил меня настоятель этого храма и духовник здесь сторожить. В связи с тем событием, что вот с этого налоя была украдена иконочка Владимирской Божьей Матери одним из бездомных людей. Он зашел и вынес. Никто даже не смог к нему воспротивиться, потому что здесь одни бабушки были. И с этого момента я здесь, так сказать, вот стал участвовать, нести сторожевую такую функцию. Много моментов было воспитательного характера, потому что, ну, представляете, это такая агрессивная среда, 200 человек бездомных людей, кто-то выпил, кто-то после отсидки, кто-то там в каком-то неадекватном состоянии находится, и с ними, с каждым из них приходилось как-то по-своему общаться, чтобы поддерживать, ну, какой-то нужный уровень дисциплины. Это для меня был такой вот очень хороший тренировочный, что ли, основой для выработки терпения и смирения. Потом я стал здесь уже прорабом. С этими народами связаны очень интересные случаи моей прорабской жизни в храме Владимирской иконы Божьей Матери. Здесь, на этом месте, я сейчас стою, была огромная лужа, и потому что здесь был снят слой земли в советское время, около метра насыпанный, и получилась огромная яма на въезде. И настоятель, мой духовник, как-то сказал мне, уезжая в епархию, я, говорит, вот сейчас уезжаю утром, после обеда приеду, и чтобы этой лужи не было, потому что я, говорит, как на подводной лодке въезжаю на территорию храма. Он сказал, денег нет, и постарайся найти щебень в размере КАМАЗа. Мне пришлось сесть на телефон, обзвонить все мытищинские производства, предприятия, и асфальтобетонный, и железобетонный завод, и какие-то карьеры. Но везде мне отказывали по разным причинам. Там сломался экскаватор, там машин нет, там еще что-то не произошло, не состыковалось. В итоге, ближе к обеду я понял, что найти ничего не получается. Поэтому я пошел в храм, почитал акафист иконе Владимирской Божьей Матери и со спокойным сердцем, можно сказать, пошел обедать. Выходя из обеда, с трапезного корпуса, я увидел, как мне навстречу идет человек, несколько измазанный. Он ко мне подошел, он говорит, можно у вас здесь разгрузиться на территории церкви? КамАЗа моего задней ступицы полетела, и мне не доехать до базы своей, чтобы отремонтироваться с грузом. Я говорю, ну разгружайтесь, но потом сами загрузите, когда починитесь. Он говорит, да нет, я вам оставлю этот груз. Я говорю, а что за груз-то? Он говорит, да щебень. Куда выгрузить? Я говорю, ну вот видите, на въезде в воротах огромные лужи, вот туда и высыпаете. Как раз этого КамАЗа хватило полностью, чтобы засыпать яму, и сейчас вот я стою на ровном месте. С тех пор это место стало ровным, и когда приехал из епархии игумен Александр, он сказал, ну вот видишь, если хочешь, значит все получается у тебя. Так вот, интересный случай, который у меня воспитал упование на Бога и силу молитвы Пресвятой Богородицы. Колокольня храма Владимирской иконы Божьей Матери у меня была самым, наверное, сложным и трудным объектом строительства, восстановления в этом храме, потому что у нее высота 51 метр, и отсутствие, конечно, финансирования, и очень трудно все это было совместить, и нужны были и краны, нужно было и подвозка кирпича организовать, нужна была и хорошая бригада каменщиков, в общем, все было нужно и ничего не было. Но, как видите, удивительно, колокольня стоит, на ней висят уже и колокола отлитые, и она штукатурена, покрашена, и даже на вершине колокольни купол с шпилем стоит с крестиком. Это, конечно, просто чудо Божие, тем более, что для меня это очень важным является таким местом. С этого началась моя строительная деятельность. Потом, когда здесь основной объем работ был закончен, мне пришел к настоятелю, он тогда благочинным еще был, мытищинским, главврач Центральной районной больницы попросил, не могли бы вы построить у нас в больнице храм для больных, потому что у нас 1000 коек, естественно, там все люди желают как-то, особенно если болеют, все верующие, тем более хотят с священником повстречаться, хотят причаститься, пособороваться. То есть нужен храм на территории больницы. Меня вызывает духовник, отец Александр, говорит, вот иди-ка посмотри и займись там строительством. Я пришел, ну и чего, вот просто пустырь, заросший деревьями, это кусочек земли, который выделил главврач. Года 3 я занимался оформлением земли, оформлением всяких документов разрешительных. И потом, просто еще будучи клириком Владимирской, стал уже строить. По окончании строительства меня уже, вернее, да еще до окончания строительства храма Пантелеймона в Центральный район больницы Мытищи, меня уже назначили туда настоятелем, и я там уже в дальнейшем трудился. И это тоже была отдельная школа, часто приходилось ходить по больнице, видеть скорбь, видеть страдания людей. Для священника, конечно, там очень много работы. В итоге сейчас уже там 10 лет службы идет, храм действующий. Сейчас там другой настоятель, когда меня сюда перевели уже строить, восстанавливать этот монастырь, туда поставили нового настоятеля. Но коллектив, который там собрался при мне, он так там остался при храме, и все меня знают, помнят, приезжают сюда иногда. Служители больницы, работники больницы и прихожане, которые лежат в больнице, приходят на время. В первую очередь они, наши прихожане, конечно. Ну и постоянный костяк нашей бабушки, как всегда, как в любом храме. Сейчас много молодежи, конечно же, появляется, и все всегда вспоминают строителя. Вот, потому что я в лавке уже много лет, когда беру записки, обычно первые указано о здравии игумен Евмений, практически у всех. Обращаемся к целителю Пантелеймонову, и он нам помогает. Каких-то бывали такие случаи, когда приходили в храм, а я уже пожилой человек, мне уже 82 года. Иногда бывает то давление, то настроение какое-то. А приходишь в храм, и как будто, знаете, ничего не болит, как будто все, это и служба простоишь, и возвращайся домой, думаешь, ну как же я такая пришла больная, и вот, а сейчас чувствую себя хорошо. Подойдешь к иконе, помолишься, попросишь, и помогает нам. Слава Богу за все, слава Богу, что мы все вместе. У нас здесь родной дом. Когда отец Евмений ушел полностью в монастырь, люди за ним туда потянулись. Но, естественно, у кого есть машина, могли ездить. Да? Сейчас тоже некоторые ездят туда. А многие, естественно, здесь остались, поэтому помнят его и, так сказать, если что, от него слышно, с радостью слушают друг друга. И, в общем-то, вспоминают всегда с теплом. Я же езжу по выходным к ним в монастырь. И вот когда там новые газеты выходят, и я забуду привезти, меня прям начинают ругать, говорят, вези батюшкину газету. У нас на сегодня в Московской области 9 монастырей не переданы церкви, в них находятся психиатрические больницы. И решили в епархии, владыка благословил, чтобы при каждом еще даже не переданном монастыре был номинальный какой-то священник, который следил бы за ситуацией, что там происходит. Хотя бы вот просто по совместительству. То есть он мог быть настоятелем храма или клириком другого храма, а вот за этим монастырем следил бы, ездил бы, может быть, и окормлял при необходимости, и занимался какой-то документацией, оформлением. Так как этот монастырь находится рядом со Свердловкой, я сюда приезжал еще в 10-летнем возрасте, вот по моей просьбе меня сюда тоже по совместительству, так сказать, приписали. Я был настоятелем храма Пантелеймона и по совместительству настоятелем храма Христа Спасителя. Здесь было все, конечно, разрушено. Прямо в Успенских воротах росли 3 огромных тополя таких в обхват. И их даже открыть было невозможно, их пришлось пилить, окорчевывать и делать то, что сейчас есть, восстанавливать. А наверху Успенских врат было гнездо чаек. Не было ни креста, ни луковки, там просто было разрушено такое основание барабанчика под луковкой. да и, собственно, войти сюда нам не давали 2 года. То есть с 2002 года по 2004 я вел активную переписку с московским правительством, комитетом здравоохранения города Москвы, чтобы меня, в принципе, сюда пустили хоть, так сказать, начать восстановительные работы проводить. Потому что все разрушалось, все эти объекты, которые мне потом передали, до них никому дела не было. Все деньги в них вкладывать не хотели. И, естественно, каждый сезон, это дождь, это снег, это мороз, это было разрушение без крыши, без всего. И я вообще боялся, что купол храма рухнет просто. И так потихонечку, вот с 2004 года мне разрешили сюда войти и начать какие-то реставрационные работы. А потом в 2006 году здесь уже полностью открылся монастырь, куда меня назначили настоятелем этого монастыря. Вот тут все кругом была колючая проволока и огорожена. Сколько здесь трудностей было нам. Одной грязи, одной это мусор вывезли 50 самосвалов. Открыли храм. Там ни полов, ни окон, ни дверей, ни крестов на храмах не было. Даже страшно было смотреть. Первая литургия у нас началась 19 декабря 2004 года. Храм не отапливался, стены все были ледяные. В храме холодно. Он весь простыл в этом храме. Мы-то одеты в куртках, а он стоит в облачении зимой. Весь простудился. Но он не падал духом. Он продолжал восстанавливать монастырь. Он не ушел, не покинул монастырь. Он и до сих пор восстанавливает. Мы родились здесь, в этой деревне. В этой же деревне я училась. И когда мы учились, нам всегда говорили, что этот монастырь не представляет никакой ценности. Все тут было разрушено. Дедушка моего мужа был, как это, старостой этого храма назначен. Вот, и он же попал потом в ссылку за то, что он помогал монахам. И мой муж принимал активное участие в работе вот монастыря. Первое, что они начали в Ногинске, в Краеведческом музее, организовывать выставки. И вот и на этих выставках как раз были фотографии и память о дедушке его. Восстановление – это не только кирпич, стены там, и крыши, это и история, это и люди, это и события. То есть это все надо было собрать, и фотографии каких-то, старые фотографии. Все это было собрать воедино, собрать какую-то, сделать книгу, описание пустыни. Это все получилось. Выяснили мы, что монастырь очень древний, практически берет начало со времен Ивана Грозного. При Иване Грозном у него уже были свои подворья. И было иногда тут 2-3 монаха, иногда, допустим, самые такие яркие годы перед эволюцией, перед закрытием, вот, коммунистическим, большевистским закрытием. Тут 80 монахов, 350 послушников было. Монастырь был богат, потому что здесь была икона явлена чудотворная Лапзани Христа Иуду, и к ней шел поток паломников. И поток был такой большой, что из Богородска, ныне сейчас Ногинск называется, хотели даже проложить сюда трамвайную ветку, потому что лошадями не справлялись с потоком паломников, и хотели трамвай пустить, чтобы было более комфортно добираться до монастыря, 17 километров трамвайных путей. Сам монастырь был крупным, и в том числе сельхоз таким предприятием, то есть у него были свои фермы, свои поля, свои сенокосы. И простой пример. Каждую осень в Москву отвозилось 700 бочек засоленных огурцов, помидоров для продажи. Это не считая того, сколько они себе оставляли на еду. Кроме того, во время войны на свои средства монастырь покупал и для раненых лекарства, и обмундирование, и фураж покупался. И даже сделали аэроплан во время Первой мировой войны для фронта и отправили на фронт. За свой счет монастырь построил аэроплан. То есть, ну, как сегодня, это какие-нибудь там спутник запустить или, не знаю, там подводную лодку сделать. То есть это достаточно тогда было такое ноу-хау, технологии, высшее технологическое такое военное искусство. Поэтому монастырь был очень крепкий, крупный монастырь, и все это, к сожалению, разрушили. Здесь появилась психиатрическая больница номер 16. Сейчас мы с ней соседствуем, она и сейчас до сих пор находится, и большая часть монастыря пока у них. Одна часть отделяется вот этой вот линией Маннергейма, да, такой бетонной стеной. За ней находится психиатрическая больница номер 16 города Москвы. А с этой стороны мы ведем восстановительные работы монастыря Николо-Берлюковской пустынь, которому 500 лет. И сколько эта стена простоит, еще неизвестно, но мы, конечно же, будем очень рады ее убрать отсюда, и чтобы основная часть монастыря все-таки вошла полностью в нашу зону, молитвенной зоны. Сейчас это пока, к сожалению, занято, и там находятся три храма: Святой Троицы храм, святителя Николая Угодника Ревелом, и всех святых, и Василия Великого, и корпуса казначейские, игуменские, трапезные, братские корпуса. То есть все это занято сейчас, к сожалению, больными психиатрической больницы, что совершенно неразумно и, в общем-то, является таким кощунством, на мой взгляд. Ну, а сейчас вот восстанавливаем то, что нам передали. Храм, который построен в честь победы над французами войны 1812 года. Сейчас мы его непосредственно заканчиваем уже реставрацию внешнюю и внутреннюю. Тоже осталось там сделать иконостас, сделать киоты, написать иконы. А здесь все это еще предстоит только начать и сделать, потому что сейчас здесь этап только установки лесов, с которых, собственно, будут проводиться работы, наверное, уже в будущем году. Эта колокольня в советское время была гаражом психиатрической больницы. Здесь было перегорожено пространство, и это перекрытие нам пришлось сейчас вот снять, все это убирать. Здесь стояли ворота, которые были въездом в гараж. До сих пор там еще яма, ремонтная яма, ее надо будет засыпать, все это делать. То есть, такого гаража, я думаю, нет ни во Франции, ни в Англии, ни в Италии. Представляете, в Колизее сделать гараж. Или где-нибудь там в соборе Парижской Богоматери. А сейчас, по мере реставрации, будем здесь восстанавливать и звоны колокольни, вешать в колокольню. А здесь будет въезд в монастырь. Правда, здесь еще предстоит снять полметра грунта, также насыпанного в советское время. Установили мы и тот сад, который монахи возделали здесь. Он так называется Игуменский сад. И здесь росли и яблони, и фрукты были, и овощи собирались, и помидоры, огурцы. Чего здесь не было, это, наверное, винограда. Сейчас вот есть виноград. Здесь не было и шелковицы, сейчас шелковица растет. Абрикосов не было, сейчас и черешни не было. Все это мы тоже сюда посадили. Мне это очень интересно заниматься, потому что это тоже Божий такой дар. И, конечно же, в монастырях это всегда культивировалось, и даже здесь, в Авдотин, рассказывали старожилы, что все сады местных жителей заселялись, так сказать, растениями из монастыря. Недалеко от монастыря находится святой источник, который берет свое начало еще с польского нашествия, когда сюда из разрушенного женского монастыря Пречистенского, Лосин-Петровского, прибежали игумени Евдокия и монахиню Леония и основали там себе небольшую келейку, жили и ископали источник. Источник они принесли святителю Николаю иконочку, и поэтому источник называется Никольским. Мы его нашли в плачевном состоянии, он был замусорен весь, все это расчистили, хотя сруб остался источника. Сруб мы заменили, расширили, поставили купель над этим срубом. И сейчас можно пользоваться водичкой, водичка чистая, мы давали ее на анализ. У меня за спиной сейчас вход в пещеры скита Иоанна Притеченского, скита, который сейчас еще находится на стадии, конечно, только расчистки, даже еще не начинали здесь восстановительные работы. Это просто мы расчистили, насколько силы смогли, эти ходы, в которых были кельи монашеские. По архивным источникам мы определились, что здесь как минимум 11 схимников жило, и один из них дожил до 104 лет, не выходя отсюда. Здесь были кельи, здесь был храм Иоанна Притеченский, и сюда не пускали никого из мирян, то есть это было место монашеского уединения, в котором приходили только монахи, которые помогали этим старцам, затворникам здесь жить. Надеемся, что удастся их восстановить в прежнем, так сказать, может быть, и лучшем состоянии, чем они были. Потому что это, конечно, высшая степень монашества, затворничества, когда монах уединяется и молится за весь мир в глубине пещеры, не выходя даже на солнце. В монастыре сейчас проживает 4 насельников. Это я, игумен Нифонт, иеромонах Тимофей, иеродиакон Андрей, и еще несколько людей, которые несут послушание и, может быть, в дальнейшем станут монашествующие братья, если, так сказать, к этому придут. Занимаются каждый своим послушанием, священники служат, требы исполняют, общаются с людьми, паломнические поездки устраиваем, какие-то ведем, допустим, воскресную школу ведем, собеседования проводим с людьми, которые готовятся там к крещению или к венчанию. Это все на священниках, беседы и прочее. А те, кто послушники, они несут на себе послушание по хозяйству, или там на кухне, или в саду, или на коровнике. Это все тоже, кто-то алтарничает. Это все тоже необходимые вещи, без которых, конечно, жизнь монастыря не устроенной будет. Богослужение у нас совершается каждый день, утром и вечером. Начало утреннего – это 5:30 утра, это полуношница, утренние молитвы, утренняя литургия, ну и потом требы, если молебны или панихиды какие-то еще совершаются, крестины, венчания. А певчие, которые поют во время богослужения, иногда это хор приезжий, а иногда это наш хор, собирающийся из наших прихожан, которые очень заинтересовались и стали такими вот любителями византийского пения. И для нас это является украшением нашего богослужения, потому что византийское пение сейчас достаточно редко встречается в храмах. В основном это обиходное пение. А Византия, она достаточно сложна, но она древняя, и из нее произошли, так сказать, наши истоки православной Руси. Мы учимся у наших греческих друзей. Мы ездим часто на Святую Гору Афон, значит, там учимся пению, общаемся с монахами греческими. Есть греческие певцы, которые сюда приезжают, и там мы с ними встречаемся. Что-то мы поем по-гречески, ну, немного. «Господи помилуй», «Кириллейсон». В общем-то, большинство мы стараемся все по-славянски. В этом есть сложность, потому что все греческие, это греческая наука, это пение, да, и она вся на греческом языке. То есть мы как бы немного знаем греческий язык, учимся по греческим книжкам, соответственно, с языком греческим полностью сталкиваемся. Но, конечно, мы должны, поскольку мы в России, применять славянский, церковно-славянский язык. Одним из таких интересных деланий, которые занимаемся в том числе и я, это мы входим в Императорское православно-палестинское общество, и наши прихожане туда входят, и это, конечно же, очень такая интересная и важная часть жизни и моей, и наших прихожан, связанная с паломничеством, связанная с исторической памятью, связанная с дальнейшим развитием взаимоотношений России и Святой Земли. В нашей обители мы установили несколько памятников императорам российским. Почему? Потому что это слава нашей Родины, это те люди, которые собрали великую державу от Финляндии и Польши до Аляски, распространившуюся. И, конечно же, эти люди заслуживают к себе уважения, тем более, что их дела пересекались с делами нашей обители. Настоятели монастырей с ними вели переписку с императорами в той или иной эпоху. Мы поставили эти памятники, памятные доски, в которых описываем, какие дела совместно делал наш монастырь с тем или иным императором российским. Здравствуйте, на Щелковском телевидении «Диалог о православии». Мы в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы настоятелю Николо-Берлюковского монастыря игумену Евмению. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. С телевидением у нас очень такие тесные контакты, потому что я еще в Мытищах начинал телевизионные передачи, которые назывались «Прямые эфиры», и в них мы раскрывали все вопросы, необходимые для воцерковления человека. И отвечал я в прямом эфире, так сказать, на вопросы. Сейчас эта же практика есть и в Королевском телевидении, и вот в Щелковском телевидении в том числе это есть. Это очень полезно для людей и очень важно для нашего прихода, потому что оно привлекает, конечно же, людей к Богу, к церкви и к нашему монастырю в том числе. Вы дети Божии, которым дан этот мир для того, чтобы жить в нем вечно, только уже не вот в том, что как сейчас мы живем с болезнями, с невзгодами, скорбями, а в том вечном мире света, радости и покоя, который Господь нам предуготовил и откуда Он, собственно, к нам и пришел. Поэтому помощи вам Божией, и да будет Пресвятая Троица вам всегда покровительствовать в этой жизни. Помоги Господи. Моя радость заключается в том, что я вижу, как изменяются судьбы людей, приходящих. Моя радость заключается в том, что я вижу, как изменяется монастырь. Он восстанавливается, реставрируется, как появляются здесь новые люди, прихожане, как звонят люди на телевидении и интересуются, и потом приходят, даже крестятся. Сейчас до сих пор народ ведь идет и крестится, крестится. Ведь это такой беспрерывный поток. Одни умирают, их надо отпеть, одни рождаются, их надо покрестить, других надо повенчать, третьих надо исповедовать, причастить. То есть в этом есть радость, радость духовной жизни. Большая часть радости, она такая вот внутреннего свойства, это во время богослужения или молитв, когда Господь дает необъяснимые какие-то моменты, связанные с духовным, таким вот жизнью духовной, внутренней, интимной, молитвенной жизнью. Ее словами трудно выразить. Но это монашеская радость, хотя, я думаю, доступна и мирянам тоже, когда они вот молятся не из-под палки, а вот с таким вот, с горячим сердцем, то тогда и они способны эту радость ощутить. В общем, много радостей. Самое главное человека, если его в христианский аспект взять, это прийти к Богу и как-то найти свой путь. Вот отец Евмений стал именно тем человеком, который мне этот путь показал. Как говорит митрополит Сурожский Антоний, говорил, что нет такого, человек не может прийти к Богу, только как если увидит в другом человеке свет, отблеск его благодати божественной. Но вот отец Евмений для меня таким человеком явился. Я человек, пришедший к вере не в состоянии маленького ребенка, а именно в состоянии взрослого человека, уже старшеклассника, и который искал для себя человека не только внешне исполняющего какие-то духовные правила, а прежде человека внутренней молитвы, внутреннего делания. И этого человека я нашел для себя в отце Евмении. Сначала просто был прихожанин, ходил на исповедь батюшки, еще во Владимирский храм, когда здесь храма не было. Вот, то есть он меня наблюдал, видел какую-то вот мою жизнь. И благословил впоследствии в этом храме алтарничать. То есть уже, наверное, больше 10 лет. Я была воспитателем детского сада. Ну, батюшку благословили строить как раз этот храм. И он мне сказал: Ларис, мне нужен будет регент, а мне хотелось бы, чтобы это был человек верующий, чтобы это был человек, понимающий, что происходит на службе. Иди ты поучись на регенту. Я думаю, как так? У меня ни музыкальной школы, ничего нет. Но так случилось, мне пришлось оставить этот детский сад, и я полностью, в общем, посвятил себя храму. Супруг мой стал священником. Для любого человека, кроме вот, питания своего тела физического, да, нужна еще и духовная пища. Вот лично сюда я прихожу, чтобы напитаться духовно, чтобы подкрепиться духовно. Отец Евмений нас учит, как надо жить по жизни, как нужно любить людей. Прежде всего, я, в общем-то, отвергаться себя и, в общем-то, идти в правильном направлении. Однажды, проезжая, увидел, что на храме сияет крест. И это меня, конечно, удивило, и я сюда заехал. Потихонечку, потихонечку наши отношения стали выстраиваться не только как человеческие, но и как такие, знаете, деловые, потому что нужно было много здесь вопросов решать. За эти годы я уже сюда душой привязался. И вот за это время уже так много сделано, что люди, которые не были здесь, удивляются, каким образом все это происходит. Ну, наверное, все-таки это происходит потому, что здесь отец Евмений. Человек особого склада души, особого склада характера. Он открыт для всех, он готов любой вопрос обсуждать. Нет вопросов, которые он не готов был бы обсуждать или отвечать на них. Поэтому люди находят здесь утешение, не только находясь на территории, но и в общении с отцом Евмением. Приходишь в храм, все забываешь, такая легкость. Если не побудешь, то все, как-то вот день проходит не так. Ну, я прихожу не так уж часто, но стараюсь там неделю, раза 3-4 обязательно побывать в этом храме. Батюшка какой-то здесь вот просто необыкновенный. Вы знаете, по всем вопросам, вот по каким не обратишься, вот возникают вопросы духовные, житейские. Всегда приедешь, он никогда не отказывает в общении, всегда находишь какое-то здесь успокоение. И на самом деле здесь, когда приезжаешь, получаешь какое-то умиротворение. И если какие-то вопросы даже возникают по жизни, что всегда можно прийти, тебе не откажут никогда. Люди тянутся к нему, тянутся за пониманием, за тем, что отец Евмений не только поймет, выслушает, но и даст совет, мудрый совет. Я научилась воспринимать, поняла, что воспринимать надо болезнь свою, как дар Божий, к ней отношусь. У меня были, даже 2 года назад было там состояние, что я уже, уже умирала. То есть, казалось бы, что все. И 10 лет такое было. И только я чувствовала, что это... Знаю точно, что это только пальцем батюшки Евмения, что я до сих пор живу. Что у меня еще есть время на покаяние. Может быть, что-то принести обществу, людям. Я думаю, что если бы я не была знакома с отцом Евмения, то у меня бы сейчас просто на свете уже не было. Моя семья, можно сказать, начала воцерковляться именно с Николо-Берлюковского монастыря. Пришел сначала мой отец, а потом уже и привел всю нашу семью. За столь долгий период жизнь наша происходила в семье, и по молитвам отца Евмения все укладывалось. И самое, что большое, он привел к Богу очень много людей. Поэтому пусть Господь ему дает все больше сил духовных и любви, чтобы как можно больше пришло сюда в монастырь людей и могли послушать Господу Богу. В стороне от шума оживленных трасс, там, где тонкий месяц ближе в 10 раз, где весенний воздух бьется, как вода, а роса на листьях, как кристаллы льда. Там, где на закате время не спешит, раскаленной нитью горизонт прошит, где роняет звезды небо до утра. Одинокий странник дремлет у костра. Как тоску печаль молитвой превозмочь, научусь у птицы, что поет всю ночь. Как очистить чувства, я узнать готов. У реки прозрачной до лесных цветов. В этом первозданном месте навсегда думаю остаться, только вот беда. Мой мятежный город сбросил узы сна, дивного видения тая.